Приветствую всех, с вами Маркел Борис, вы на моем канале. И у многих возникает вопрос, как прокачать свой Инстаграм, как это сделать законно, как это сделать без нарушений. И я вам предлагаю такой выход. Я вам представляю сервис Пирограмм. Чтобы зарегистрироваться, вот здесь достаточно ввести свой логин. Ну, так как я уже зарегистрирован, я нажму «Далее». Выводите логин, свой пароль, но пароль выводите не от Инстаграма, а свой новый пароль. Давайте войдем и посмотрим. Здесь после прохождения определенных действий, то есть вы переходите по ссылке, которую я вам оставлю в описании, вы найдете 11 аккаунтов, на которые нужно будет подписаться. Это все, что нужно будет сделать. После этого у вас появится своя ссылочка. Здесь вы ее можете скопировать, здесь же вы ее можете сократить. Мой номер 299. Почему говорю, что переход по ссылке? Потому что просто так напрямую вы не зарегистрируетесь. Что я вам могу показать? Я могу вам показать статистику, которая происходит у меня в Инстаграме. Вы ее можете прекрасно здесь также в кабинете в своем отследить. Могу показать структуру, что приглашенных у меня 83 человека на первом уровне, активно 1355, вообще человек зарегистрировано в структуре 1828 человек. Сегодня пришли двое, и вы можете посмотреть, что за 72 дня с обычного аккаунта в 1403 человека мой аккаунт превратился в 9760 человек. Если вам это нужно, то вы это сделаете. Здесь же вы можете посмотреть структуру, вот такая графическая структура, и вы можете посмотреть на тех людей, которые подключились с белыми кружками. Это люди, которые просто зарегистрировались и ничего не сделали. Синие кружки — это люди, которые начали активно приглашать. Чтобы ваша система заработала, здесь достаточно пригласить 5 человек. То есть 5 человек, 5 людям вы можете дать свою ссылку. Вот вы можете посмотреть, что кто-то активно приглашает, кто-то неактивно приглашает, но это того стоит. Это не нарушает правила Инстаграма. У сервиса нет доступа к вашему аккаунту. Вот вы можете посмотреть, вот как человек, пригласив, то есть я его пригласил, и что у него творится вообще на уровне. То есть здесь идет дикое движение, и вы можете сами посмотреть. Еще что хочу сказать, что до шестого уровня здесь сервис бесплатный. Есть аналогичные сервисы, которые за те же самые действия с вас сразу начинают брать деньги. Здесь этого ничего делать не надо. До шестого уровня вы можете получить от 10 до 100 тысяч человек. Все зависит от вас, как вы будете приглашать людей, как вы будете им подавать информацию. Я думаю, расписал я здесь все подробно. Ссылочку вы найдете в описании под этим видео. Также здесь есть платные опции, которые тоже можно подключить. Не хотите приглашать, вы можете оплатить 1500 рублей, и администрация данного сайта, данного ресурса за вас разошлет на 5000 аккаунтов предложение подключиться. Есть такая система «Большой босс», которая называется, если вы не хотите выполнять ежедневные задания, то есть ставить лайки, писать комментарии, вы можете за 500 рублей купить эту услугу на месяц и просто не заходить сюда. Также есть, вот почему я говорил, что до 6 уровня бесплатно, 7 уровня начинается платное движение. То есть до 10 уровня, если вы хотите миллионы подписчиков на свой аккаунт, пригласив 5 человек,
вы можете посмотреть, какое движение в вашей структуре происходит. И после этого, если у вас большое движение началось с 7, 8, 9, 10 уровня, здесь вы можете уже разблокировать данную услугу. Если вы не хотите разблокировать данную услугу, никто вас обязывать не будет, просто работайте по 6 уровню, приглашайте людей. При этом я говорю, что если за неполных 3 месяца вы хотите из своего аккаунта в 1000 человек или менее вырасти до 10 тысяч человек, то подключайтесь. И еще раз повторяю, что ссылка на регистрацию под этим видео. На этом я заканчиваю и жду в своей команде. Если у вас остались какие-либо вопросы, можете задавать их по контактным данным, которые вы найдете под этим видео. На этом заканчиваю. Всем привет!